Знаешь, сейчас многие телезрители подумают, ой, это что, я на пульт села, это что, я переключила канал? Боже мой, нет, нет, и еще раз нет. Ну что, покажем? Друзья, да, это невероятно, но это возможно. Если вы хотите, чтобы ваша квартира превратилась в волшебную долину, звоните прямо сейчас. Ведь вы в комплектации получаете шедевр, который и расслабляет, который и окунает в сказочную нереальность. Олечка, действительно нереальность. Я очень люблю природу. Я так люблю, знаешь, когда в отпуске. Или просто уезжаем на выходные за город. Я люблю проснуться с утра, сделать чашечку чая или кофе и сидеть наслаждаться этой красотой. Представляешь, как здорово. Теперь проснулись с утра, сделаете чашечку чая, не нужно никуда ехать, ты наслаждаешься. И поднимаешь себе настроение. Это правда. Если вы хотите поднимать себе настроение днем и ночью, то, знаете, проснулись и застыли. Смотрим на нашу красоту. Звоните. 999 рублей. Кстати, скидка. Катюш, скидка у нас сегодня 2400. Обычная цена нашего комплекта «Волшебная долина» 5399 рублей. Но не экономьте на красоте вашего интерьера. На преображении вашего интерьера не нужно делать ремонт. Пожалуйста, нужно только приобретать фотошторы, ведь это преображение вашего дома, эксклюзивное причем преображение. Любая подружка позавидует такой красоте, ведь фотошторы это еще и увеличение ваших квадратных метров, они раздвигают границы пространства, они наполняют ваш дом именно природой. В нашем случае это природа, это действительно очень красиво, а еще и, конечно же, модно. Да, то, что это модно, это я, помнишь, лет 10 назад, лет даже 15 назад были очень модные фотообои. Но это был непрактичный вариант, потому что, не дай бог, водичка попадет или еще что-то, все уже отмыть невозможно. Меня интересует, насколько здесь прочная исполнение и долгоиграющее исполнение. Олечка, здесь долгоиграющее исполнение, это однозначно, ведь это у нас габардин, это очень прочная ткань. Габардин, кстати, Оль, создал очень известный дизайнер Томас Бербери. Так вот, он создавал именно для защиты от дождя эту ткань габардиновую. Поэтому полотно настолько плотно сплетено, что даже воду отталкивает. То есть габардин ничего не боится, и, конечно же, он очень прочный. Сейчас мы это проверим. Раз, так, два, три. Хоп, хоп. Вот это звук качества на телеканале Шоп-н-Шоу. Знаешь, мне кажется, что можно прям туда вот так вот шагнуть, хоп, и попасть вот действительно в эту долину. Олечка, можно попасть в эту долину, действительно, шторы поражают своими красками. Оль, ну что очень важно, это габардин, и эти краски нас будут радовать 15 лет. Ты слышишь цифру? 15 лет. 15 лет. Я люблю, знаешь, все считать, потому что мне всегда интересно, сколько я экономлю. Давай вот так вот возьмем. 2999 рублей разделим на 15 лет. Мы получаем, сейчас мне продюсер подскажет, он как раз мне помогал производить расчеты, 200 рублей приблизительно в год. Представляешь, за 200 рублей в год мы приобретаем качество, а если быть точнее, то 18 рублей в месяц. Представляете, 15 летняя гарантия. Это говорит о том, что 15 лет верой и правдой для вас будут служить наши шторы «Волшебная долина». Представьте, вы приходите домой, устали, заходите в свой интерьер и видите такое чудесное преображение. Вот это релакс. Вот это действительно та сказка, которая заставит забыть все проблемы. Если вы хотите наслаждаться своим интерьером, звоните прямо сейчас, преображайте интерьер и получайте, по сути дела, новый ремонт. Потому что, знаешь, вот я вот убеждена, шторы повесили, так вообще что ремонт сделали. Согласна, Олечка, и что очень важно, эта сказка преобразит и гостиную, и спальню, и детскую комнату, конечно, наполнит уютом, наполнит яркими красками, которые будут радовать вас, преображать ваш дом. И ты знаешь, Оль, еще что очень важно, в каждый интерьер подойдут такие шторы, какой бы он у вас не был, светлый, либо темный. Действительно, природа, она всегда украшает. Я еще раз хочу напомнить, что у нас все звонки абсолютно бесплатные. Сейчас ничего оплачивать не нужно. Никакой предоплаты вносить в том числе не надо. И даже все звонки, даже с мобильного телефона, абсолютно бесплатные. Звоните также к нам в прямой эфир. Рассказывайте, что вы когда-то приобрели, или просто задавайте вопросы. Мы с удовольствием на них ответим. Олечка, знаешь, я рассказывала, по-моему, тебе, что я долгие, всю свою жизнь, можно сказать, сознательно, да,
я родилась, я коренная налельчанка, это крайний север. А что значит крайний север? Это, конечно же, белые ночи. Так вот, у нас белые ночи более 3 месяцев, и ты себе даже представить не можешь какой-то дискомфорт, когда солнце круглые сутки светит тебе в глаз. Пожалуйста, вот смотри, когда нет что, солнце ярко светит, тебе некомфортно. С нашими шторами, то есть, получается, рассеивается свет, правильно? Рассеивается свет, да. Мягкий свет попадает в ваш дом, и ваше пробуждение становится, конечно же, нежным.